Давайте начнем нашу работу. У нас сегодня на повестке 4 вопроса. Опасная дорога до ТЭЦ-10 от Ленина 1. Ученые предсказывают, гадалки не ходи, новый провал не за горами. Там под землей на глубине нескольких десятков метров образовались пустоты. Уплотнение. Поэтому есть опасность, что небольшой маленький провальчик будет асфальта самого. Если момент движения машины совпадет, будет неприятно. Конечно, неприятно, если специалисты, зная об опасности, не спешат закрыть дорогу. Забор здесь планируют поставить к 1 октября, а перед этим продумать пути отступления. В течение недели совместно с Уралкали, Т+, ЭБСК полностью решить снять вопрос по дороге. Дорогу закрыть, где будем ездить, как будем ездить, зачем будем ездить. И в том числе и даже по комплексу гаражному. В течение недели. Чтобы на следующей неделе мы должны четко согласовать и подписать всеми. Посмотрим, как изменится ситуация к 1 октября. Также на заседании КЧС поговорили о статистике пожаров и их профилактике. Так, с начала года произошло почти 100 пожаров. 4 человека погибли и 3 получили травмы. Почти все возгорания случаются в жилых домах. Статистика показывает небывалый рост пожаров. Рост составил в 2,6 раза. Но рост он обусловлен тем, что статистический учет по пожарам поменялся. Кардинально поменялся с начала этого года. Берутся на учет все загорания и горения мусора, сухой травяной растительности, тополиного пуха и другого. И еще статистика на этот раз касается отдыха на воде. Восвод подвел итоги работы за лето. Так, на 7 спасательных постах оказали помощь 40 березняковцам. Это только по порезам. На первом пруду спасли 5-летнего ребенка, который чуть было не утонул. Других происшествий на воде в Березняках не зафиксировано. Сергей Коленик, новости Верхнекамья.